ожидаем подходящего настроения, чтобы начать тренироваться. Ведь если его ожидать, ты так никогда и ничего не достигнешь. Программа «Спортап». Всем привет! Дмитрий и Андриан сегодня тренируются вместе с нами. Мы работаем сегодня над грудными мышцами. Начнем нашу разминку. Руки вперед и локти отводим назад. Хороший поворот. Можно добавить легкую ротацию в корпусе. Сохраняя прямую спинку, улыбку на лице и хорошее настроение. Еще 3 повторения. 2 и 1. Обе ручки поехали на себя. Вдох и выдох. Хоп. Разогрейте. Еще 4, 3, 2. И будем добавлять 2 точки. 1, 2 и вперед. 1, 2, вперед еще. Очень хорошо. Супер! Еще больше движения, больше результатов. Продуктивная тренировка. Последний. Отлично. Ладонь наверх и легкая пружинка. Отводим руки назад. 4, 3, 2. И мы останемся. Наша макушка тянется наверх. Таз направлен в пол. И мы отводим пальчики большие назад. 3, 2 и 1. Идеально. Далее мы будем опускаться на коврик. Начнем мы с классических отжиманий, которые используют в основном девушки. Для этого мы переносим вес на колено. Ножками можно сделать сзади крест. Упор на ладонь. Для правильной техники мы сначала выстраиваем ладонь под плечо и делаем хороший широкий шаг через стороны. Наш взгляд направлен в пол и слегка вперед. Поехали вниз, базовое отжимание. Вдох и выдох. Хоп, подъем наверх. Старайтесь, это я обращаюсь сейчас к девушкам в первую очередь, потому что у ребят намного легче данное упражнение получается. А вот к девушкам обращение. Старайтесь, чтобы наш таз не топырил, как домик, наверх. Здесь не нужно строить домики. 4, 3, 2 и 1. Супер, мы вместе потянулись. Сейчас немножко отдохнем. И, конечно же, опять начнем, потому что мы хотим результат, мы хотим красивые грудные мышцы. Поехали далее. Классическое отжимание, которое используют в основном ребята. Будем делать с прямых ног. Поехали, начинаем выполнение. Вдох и выдох. Хоп. Хороший подъем. 4, 3, 2 и 1. Прекрасно. Потянулись. Данный комплекс, ребята, мы рекомендуем повторять в 4 подхода. Немножечко добавим асимметрии. Для того, чтобы растянуть больше одну сторону. Для этого одна рука упор в пол с уровень с плечом. Вторая рука шагает вперед. В моем случае правая рука осталась на месте, левая рука уехала вперед. Поехали, отжимания. Вдох и выдох. Если вы хотите чем-то удивить и шокировать свои мышцы, мы настойчиво рекомендуем выполнять асимметричные упражнения. 3, 2 и 1. Прекрасно. Запомните, какая рука была впереди. Расслабьте, потянитесь, уже мысленно поблагодарите себя за то, что мы делаем сейчас хорошее подтянутое тело, крутой тонус. Не сдаваться, ведь у нас остался еще один подход. Подъем наверх, затем левая рука через сторону, правая рука ушла вперед и очень хорошо и с душой вдох, подъем, выдох. Шикарно получается. Если вы боевая девчонка и желаете усложнить, мы предлагаем выполнять все с прямых ног. 4, 3, 2 и 1. Отлично. Потянулись. Сейчас мы полностью расслабляем наши ноги, спинку, руки. Хорошая растяжка.
и затем медленно подъем позвонок за позвонком наверх. Ведь впереди нас ожидают упражнения с гантелями. Мы продолжаем нашу работу с грудными мышцами и опускаемся на коврик. Ноги остались под углом, мы берем наши гантели и начинаем с базового жима наверх. Руки под углом 90 градусов и подъем наверх. Вдох и выдох. Вдох, подъем. Хороший жим, мощный. Вот я в данный момент, если честно, представляю, что у меня невероятно большой и огромный вес. Я очень сильно стараюсь и рассчитываю на то, что вы стараетесь также. Еще выдох. Мы продолжаем в таком темпе. Хочу напомнить, что данные упражнения важны и нужны как для девушек, так и для парней. Еще хороший сильный подъем. Вместе. 4, 3, 2 и 1. Мы меняем поворот. Базовое разведение. Добавляем хороший вдох. Руки через стороны. И выдох, жим наверх. Вдох. И свели на выдох. Обратите внимание, мы сводим руки на уровне грудных мышц. Не нужно поднимать сильно высоко. Еще дыхание. Попробуйте сильнее подключить дыхание, больше раскрыть грудную клетку, сделать мощный вдох и мощный выдох. Шикарно получается. Мне безумно приятно работать в компании таких стройных и подтянутых ребят. Я надеюсь, наша команда вас заряжает, мотивирует. И вы сейчас также с нами продолжаете работу. И еще 4 повторения. 3, 2 и 1. Гантели остались вверху. Будьте внимательны. Следующее упражнение – пуловер. Мы добавляем вдох и отводим гантельки назад. Вдох, выдох, подъем. Вдох, выдох. Еще больше дыхания. Вот уже можно прочувствовать, как подключаются дополнительные мышцы в работу. Вдох, выдох. Еще назад и подъем. Шикарное упражнение. Действительно, уже ощущается результат. Чтобы выглядеть в любом наряде стильно и хорошо, важно иметь красивую стройную фигуру. Сегодня мы это вам обеспечим. 4, 3, 2 и 1. Идеально. Опускаем. Ноги прямые, руки отводим за голову. Потянулись. Молодцы. Затем мы добавляем плавный подъем наверх. Будем тянуть наши мышцы. Упор 4 точки. Левая рука осталась прижата. Правую руку отрываем наверх. Взгляд на ладонь. Откройте шире пальцы, почувствуйте всю мощь упражнений. Возвращаемся в центр. Правая упор, левая наверх. Открыть. Подъем и взгляд на ладонь. Еще 3, 2, внимание, центр. Очень хорошо. Затем мы опускаемся вниз. Одна рука остается, это левая наша рука, остается через сторону. Правая под углом. Мы тянем грудные мышцы. Очень хорошо. Затем мы будем менять. Левая рука ближе. Правая прямая ушла через сторону. И потянулись. Шикарно. Подъем наверх. Давайте расслабим сейчас плечевой пояс. Хороший вдох и вращение назад. Отлично. 3, 2 и 1. Супер. Правая рука прижата в пол, левая рука над ушком. Мы потянулись, взгляд направили на правую ладонь для того, чтобы расслабить даже шею. Хорошая растяжка. И мы меняем сторону. Левая рука прижата, правая наверх. Взгляд в пол. Отлично. Вернулись в центр. Добавили плавный поворот через сторону. Шея немножко отдохнет. Еще правая, левая,
Один остался. И мы вернулись в центр. Очень хорошо. Мы вам желаем бодрого и активного дня.